Жилетки категории экстра, мешок весит до 10 килограмм, Англия, опять же, марка Zara Basic, размер указан, здесь у нас СК, следов износа нет. Так, размер М-ка, давайте посмотрим, следов износа на воротнике нету, есть небольшие кармашки, дыры в кармашках нет. Так, следующая жилетка, очень плотная такая, замок работает отлично, следов износа на воротнике нету, кармашки настоящие, скажем так, марка Cecil. Следующая, это у нас жилетка с капюшоном. Капюшон, кстати, отстегивается, держится он у нас на пуговицах, да, на пуговицах держится. Размер здесь почему-то нигде я не вижу. А, Элька. Элька, замок работает отлично. Следующая жилетка, тоже теплая, тоже с капюшоном. Закрывается на заклепке и на замок. Капюшон сам у нас держится тоже на заклепках. Следов износа на воротнике нету. Так, следующая жилетка, марка Жанина, 44 размер здесь у нас указан. Также замок работает отлично, следов износа на воротнике нету. Так, Blue Motion, 36 европейский размер. Похоже, женская жилетка. Так, следов износа на воротнике я не вижу. Самой жилетки также я не вижу следов износа на воротнике. Вот здесь вот очень компактно спрятались кармашки у нас. Так, следующая жилетка еще с капюшоном также. Держится, опять же, все это дело на замке. Указания размера здесь у нас нет. Замок работает отлично. Есть, опять же, кармашки. Дырку в кармашках я не нащупал. Так, марка Colors. Европейский размер указан. S-ка. Вот такой вот вязаный тоже. Следов износа нет. Так, 38-40 размер. Вот еще одна такая жилетка. Что это похоже, как думаешь? Кожу? Да, на кожу очень сильно похоже. Утепление внутри, начес есть. Следующая жилетка с высоким воротником. 36-38 размер. Также с кармашками, следов износа на воротнике нету. Так, размер S-ка, также без следов износа на воротнике. Это у нас довольно тонкая жилетка была. Так, следующая жилетка очень большая такая. Замок работает отлично, следов износа на воротнике нету, есть кармашки, даже три следов износа на... Следов дырок, точнее, нету никаких. Так, износа на воротнике нет, размер указан L-ка, марка Bonita. Здесь у нас указан размер M-ка, тоже без следов износа. Размер указан XL в следующей жилетке, марка Chapter. Давайте посмотрим. Замок работает отлично. Так, дыр в кармашках нет. Так, Telly Veil, размер указан XS. Еще одна жилетка, похожая, из кожи. Тоже с начесом, также без следов износа. Так, даже немножко в рифму вышло. Так, здесь у нас указания размера нет. Кармашки все целые. Следов износа на воротнике нету. Ну, вот здесь вот я нашел маленькое пятнышко. Если очень-очень захотеть, можно что-нибудь найти. Марка Street One. 40-й европейский размер. Джинсовая жилетка простая. Здесь следов износа нет. 40-й европейский размер. Еще одна тонкая жилетка. Тоже без следов износа на воротнике. С небольшими кармашками. Так, следующая жилетка также без следов износа на воротнике. Так, где у нас тампочка? А, вот спряталась. Замок работает также отлично. Кармашки все вроде как целые. Марка Damart, кстати. Так, марка Lock. 40-й европейский размер. Жилетка с отстегиваемым капюшоном. Держится он у нас на заклепках. Замок работает отлично, следов износа на воротнике нету. И вот такой вот даже, не знаю, очень похоже на полушубок такой. Последняя, это, кстати, у нас жилетка. Кармашки здесь не настоящие, что у меня... А нет, кармашки с другой стороны находятся, как ни странно. Кармашки настоящие, оказывается, следов износа на воротнике нет. Пуговицы все на месте. И на этом все.